Мой друг и партнер Женя предложил мне сделать что-то хорошее. Он сказал: «Сережа, ну хватит уже заниматься ерундой, давай делать хорошее дело». Как раз открылся подобный музей, первый российский. Он съездил туда, посмотрел, как это все устроено, приехал и говорит: «Все, будем делать музей занимательных наук». Постановляю. Работали над усовершенствованием, улучшением этого проекта, реализацией его, после чего защитили его перед губернатором. Наш проект был признан лучшим проектом школы Академпарка летней 2011 года. Экспонаты, возле которых люди меняют свое выражение лица. То есть они подходят, что-то там делают, и потом происходит такой момент. В каждом взрослом пробудить ребенка, который был, чтобы он начал вот трогать, все крутить, вертеть, а в каждом ребенке пробудить взрослого, который бы понимал, как и почему устроен мир.